Переходите все на крик, будем так общаться. Да, чтоб удобнее было. Американцы. Блять. А кто тут внизу? На помощь. Пионер. Да. Там пулеметчик убежал, я догнать его не могу. А я что сделаю? Догони его. Пионер, почему у них машина едет, то он явно просто не синий. Чего? Сюда иди, парень. Куда ты побежал? Где, где, где? Да не могу, блядь. Я на западе. Блять, у меня нет до туда азимута. Я пулемет перетаскиваю. Где-то на 11, на 10. Какая рация, алё, блядь? Ебанутый, какая рация, блядь? Help! Help! Воистину. На 6 примерно видел движение враг. Не сломался. Не сломался. Оп, блядь. Нет, не могу поставить, похуй, так воткнул. На 16 в кустах, на 12 в кустах, враг. Чего не дай, добро? Ёлка тут, я не вижу. Не понял. Ну ну, 10-12 противник движется в этот бизнес направлении. Он до. Да, движется в южном направлении. Сейчас, кстати, вот с той стороны, ну, на такой. Левее, левее, левее. Сейчас я тебе покажу вот так вот. Видишь? Нет. Левее бей. И вот там все вот скалки едет. Вот вижу. Это рука. Сейчас разворачивается, что-то будет, не понятно.
У него стрелок рипнулся, она же ногу берет. Конечно, я могу. Вижу, вижу. Смотри. Осторожно. Вижу БТР. А. Где БТР? Не вижу его. Прямо на западе, прямо на западе. Где вы стоите вообще? Где пулемет? Запад. Пехота, блять, на запад. Пехота на запад перебегает. Да. В другой стороне. Это вы. Так вы сейчас должны видеть пехоту. Пехоту не вижу, если пионер, вы не видите. Пионер, пехота на запад дороги бежит. Вот, типа, не здесь, не здесь, вон там. Да. Это не ГП, это базука. Там вон, вот куда сейчас смотрел, ты 37-й, выше, короче, чувак с базукой перебежал. Блять, я... Вижу пехоту, перебегает, на западе. Азимут. Приезжаюсь. Нет, мертвая зона. Дымах кто? Опять мертвая зона, подожди. Поближе сюда, короче, ставь к этому дому. Вот я сейчас на эту херню поставлю. Попробуй, да. Говори, Азима, 12? 12, 11, там человек. С базукой. Давай сражайся!
Есть живые, есть живые. Так точно.